Всем привет! Я рада вас видеть на своем канале о женской красоте. В этом видео вы узнаете про масло Бэй для волос. Буду благодарна вам, если вы досмотрите видео до конца. И если оно будет для вас полезно, то ставьте лайки, делитесь видео с подругами и подписывайтесь на мой канал. Эфирное масло Бэй известно прежде всего своими успокаивающими свойствами, благодаря которым часто применяется в ароматерапии при повышенной тревожности, возбудимости, депрессии и давлении. Богатый состав масла Бэй применяется в уходе за волосами. Его часто включают в составы средств для укрепления волос, против выпадения и стимуляции их роста. Польза масла Бэй. Удивительный состав масла Бэй оказывает благоприятнейшее воздействие на состояние волос и кожу головы. Постоянное применение этого масла успокаивает кожу головы, является профилактикой болезней кожи головы, грибковой природы, перхоть, жирная сиборея и так далее. Питает, укрепляет структуру и восстанавливает волосяные фолликулы, а в более серьезных случаях и предупреждает облысение. Эфирное масло Бэй также ускоряет рост волос, делает их эластичными, блестящими и густыми. Подходит для любого типа волос, но особенно оно необходимо тонким и ослабленным волосам. Масло Бэй чистым не используется, обычно его включают в домашние маски и бальзамы для ухода за волосами. При чрезмерной чувствительности кожи применение эфирного масла должно осуществляться с особой осторожностью. В целях предотвращения выпадения, для укрепления и выселения роста волос достаточно применять средство раз в неделю. Перед использованием его в лечебных целях важно проконсультироваться с трихологом. Применение масла Бэй для волос. В чистом, неразбавленном виде такое масло применять не рекомендую и даже запрещаю. Масло дерева Бэй является настолько мощным и сильным средством, что лучше всего использовать его исключительно в растворах с другими средствами, основами и маслами, где соотношение должно равняться 3-4 капля на столовую ложку базового средства. Обязательно до начала нанесения масок с этим маслом нужно провести тест на аллергическую переносимость. Приготовленную заранее маску тонким слоем нанести на кожу руки, подождать 15 минут. Если нет аллергического раздражения либо другой реакции и масло не вызвало зуд, тогда его можно наносить на кожу головы и на пряди. Также запрещено использовать масло Бэй беременным женщинам и людям с повышенным артериальным давлением. Самый простой метод использования масла – это добавление его в косметический шампунь, маску или бальзам. То есть на 100-120 мл шампуня должно приходиться 5 капель масла. Смешав все вместе, вспеньте средство на голове и смойте, как обычно, теплой водой. Причин выпадения и медленного роста волос огромное множество. Это и каждодневный стресс, и хроническая усталость, и прием абсолютно любых лекарственных препаратов. Использование фенов и утюжков также влияет на наши волосы. Из-за всего этого они страдают, становятся ломкими, выпадают и перестают расти. Как ускорить их рост, восстановить и в конце концов похвастаться длинными и густыми волосами и сделать это максимально просто и быстро? Читайте в интересной статье. Ссылка на нее находится в описании под этим видео. Приведу вам несколько рецептов с использованием масла. Рецепт 1. Бэй для ускорения роста волос. Вам понадобится 1 столовая ложка касторового масла, 1 столовая ложка репейного масла, 1 чайная ложка масла зародышей пшеницы, 3-4 капли масла Бэй. Первое, что необходимо сделать, подогрейте на водяной бане подготовленное масло репейника до теплого состояния и добавьте в него масло дерева Бэй. Затем теплую смесь соедините с оставшимися маслами. Приготовленную маску хорошенько вотрите волосяные луковицы и немного смеси распределите плавно по всей длине волос при помощи гребешка. Наденьте шапочку для душа. Можно заменить шапочку простой пищевой пленкой и утеплите голову махровым или просто плотным полотенцем. Маска должна оставаться на голове не более получаса, после чего смыть ее надо под теплой водой, а после промывания ополоснуть волосы холодной водой. Эту маску можно применять не более 2 раз в неделю. Также не забываем о витаминах для роста волос. Рецепт номер 2. Бэй от выпадения волос. В эту маску входит 4 чайные ложки репейного масла, 4 капли масла Бэй, желток 1 яйца. Масла соединяем и перемешиваем. Отдельно взбиваем желток и вводим его в получившуюся масляную смесь. Маска готова. Получившаяся субстанция втирается в корни и распределяется по всей длине волос расческой. Надеваем шапочку для душа и сверх нее наматываем полотенце. Маска находится на волосах полчаса. Курс этой маски длится 2 месяца, с учетом того, что смесь нельзя наносить более 2 раз в 7 дней. Если ваши локоны очень слабые и выпадают, то вам может помочь кокосовое масло от выпадения волос. Рецепт номер 3.
Б для поврежденных и сухих волос. В этот рецепт входит всего два ингредиента. Сметана 4 полных столовых ложки, масло Бэй 4 капли. Важно то, что перед тем, как вливать масло в сметану, ее нужно немного подогреть до еле теплого состояния, только потом добавить 4 капли Бэй. Полученную белую смесь нанести на волосы и корни, а сверху надеть шапочку для душа. Маска должна оставаться около 40 минут. Затем смойте сметанную смесь и промойте голову шампунем. Применять маску можно один раз в неделю. Если видео было полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте читать комментарии под видео.